Всем добрый день, меня зовут Елена. Заболела COVID-19 31 числа. Далее была госпитализирована во вторую инфекционную больницу с поражением легким 50%. 3 дня провела в общей палате, но улучшения не настало и попала в реанимацию. Далее были очень тяжелые 10 дней, которые я еле пережила. Весь ужас передать реанимации невозможно, но большое спасибо врачам, тянули меня за уши, можно сказать, с того света, и как бы помогали, чтобы я выбралась. Болезнь протекала очень тяжело. На самом деле болеть очень тяжело. Нужно предохраняться, носить маски и делать все возможное, чтобы не попадать сюда, потому что врачам тоже очень тяжело. Все загружены, все заняты. Пациентов очень много, но помочь стараются всем. Берегите себя и своих.